Друзья, всем привет! В игре сейчас есть много заданий, два из которых вызывают вопросы. Первое — это найти сейф, ну а вторая миссия — забрать золотой слиток. И сегодня попробуем их решить. Эти два задания я бы объединил в одно, так как слиток лежит в сейфе, и осталось найти сейф. Ну а если вы выполните эти задания, можно будет перейти в магазин жетонов и сделать на эти жетоны покупку, забрав либо чертеж, либо скины. А точнее, то и то можно будет, но немного позже. Ну и где же нам найти сейф? Отправимся за ним на карту Ронда. Я покажу три точки, где он наиболее чаще встречался мне. Первым таким городом у нас станет Мухопан. Именно в нем размещены маленькие двухэтажные дома, на втором этаже которых и есть сейф. Сейф есть не в каждом домике, но вероятность найти его в одном из них довольно-таки большая. Открываем сейф, забираем золотой слиток. Далее мы полетим в город Джаутин. Там есть такие же дома. Но разница в том, что здесь можно найти не только в двухэтажном домике, но еще и в трехэтажном. Естественно, сейф со слитком. Третьим городом на карте Ронда у нас будет Риуджанг. Таких двухэтажных домиков здесь очень много, и на втором этаже рядом с телеком также можете найти сейф, но в нем золотой слиток. На этом видео будет заканчиваться. Где вы нашли золотой слиток и сейф, напишите в комментарии. Ну а с вас, как всегда, лайк и подписка. До свидания.